Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте сердечно вас поприветствовать в Москве. Мы очень рады, Ваше Величество, принимать вас в столице России. И особенно в этом году, в 2016. Потому что ровно 50 лет назад ваш отец, король Хасан II, посетил тогда Советский Союз, фактически установил отношения между нашими странами, которые так позитивно развиваются все эти годы. У нас замечательные отношения с Марокко, но удивительно, что мы наблюдаем определенное снижение товарооборота, в том числе и по некоторым традиционным статьям марокканской продукции. Упали поставки марокканских фруктов, апельсин, томатов в Россию, тем более, что у нас есть определенные ограничения на поставку подобных продуктов из стран Евросоюза. J'ai avec moi une délégation importante. J'espère que les ministres présents représentent les secteurs qui sont les secteurs qui vous intéressent et sur lesquels nous pourrons travailler durant mon séjour. Parce que le ministre de l'Agriculture m'accompagne, nous ferons en sorte de régler les problèmes inhérents à nos exportations en Russie.